Всероссийская перепись населения пройдет в стране с 15 октября по 14 ноября. Жителям предстоит ответить в свободной форме на 33 вопроса. Участки для переписи в Подмосковье будут работать по примеру избирательных. Кроме того, пройти опрос можно на дому, в МФЦ или при помощи портала государственных услуг. Проводить подомовой опрос будут 16 тысяч переписчиков.